цитату из моего стихотворения, что с точки зрения троянцев пидорасы были греки. Но песня не про это, ответ не про это. Приземляется вечер в Шереметьево 2. Утомленный диспетчер соображает едва. Распоясался клевер, разошелся урюк, улетели на север все, кто ехал на юг. Доминико Авино был прожорлив и туп, разменял субмарину на марину и суп. Ночью известный с Турина закружил карусель, улетела Марина вместе с супом в Брюссель. Там, где дождик весенний ручейками истек, среди сосен и елей заблудился метёк. Безнадёжно и глухо ни людей, ни дорог своё правое ухо не получит Ван Гог. Инквизиторы спелись, все стоят на дном. Чтоб ответил за ересь молодой астроном. Но взошедший на плаху, подмигнул он звезде, все, кто слал его, оказались. Появился в конгрессе длинноносый комар и пытался принцессе залететь в пеньюар. Но корсет из засады дал понять комару, на агента Моссада есть агент ЦРУ. В одеянье бесстыжим на французский манер пронеслась над Парижем вереница фанер. Пронеслась бы пониже, охренел бы Париж, хоть парей фанерой в Париже, хрен кого удивит. В непротопленной ванной я лежал околев, к этой песенке странной сочиняя припев. Но упрямые строчки мне давались с трудом, прямо в белой сорочке я был принят в дурдом. Спасибо, Миш! Ну, а сейчас очередной сюрприз. Вместо